Полицейские Алматинского гарнизона в период карантина полностью размещены в общежитиях Алматы. На казарменное положение перевели около 1000 стражей правопорядка, проживающих за пределами мегаполиса. Для тех, кого временно расселили, в общежитиях созданы все необходимые бытовые условия, включая трехразовое питание, рассказали в городском департаменте полиции. Они временно были передислоцированы в город Алматы. Те, у кого есть родственники, они расположились по их адресам. У кого нет здесь родных и близких, они были определены по общежитиям, по хостелам. Значит, личный состав алматинского гарнизона полностью был переведен на казарменное положение.